Прежнему симпатичен. Как обычно, они будут выступать семейной парой уже не первый год. Вон и Дженна Маккоркилл в женских соревнованиях. Ну и по-прежнему у Кевина чуть больше успехов, скажем так, чем у супруги. Хотя в прошлом году, по-моему, на чемпионате мира она его обошла. На Европе ему чуть-чуть не хватило. 6 баллов до бронзы. А вот на мире он там не дотянул. Падение. Заход уже было видно, что... И да, 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 очень сильно не дошел до правой ноги. Но в то же время опять много падений мы видим сегодня. Казалось бы, даже самые опытные, самые искушенные фигуристы.